Со стороны областного хакимиата проведена встреча с учащейся молодежью, бакалаврами и магистрантами факультета управления человеческими ресурсами Самаркандского государственного университета. В рамках встречи обсуждались вопросы формирования свободомыслящей молодежи, обладающей четкой жизненной позицией и твердыми убеждениями, способной занять достойное место в обществе и участвовать в развитии страны с перспективой стать решающей силой и опорой в осуществляемых реформах. Участникам была предоставлена информация о том, какая работа проводится в области по привлечению инвестиций, о реализуемых проектах в данном направлении, текущем состоянии экспортного потенциала. Также молодым экономистам были разъяснены вопросы управления финансами. Келезекте яна бундай тадбирларни рейжалаштиришга, яна тўхтаб қолмай, яна қайта-қайта ўтказишга келишувлар бўлди. Кўпроқ талабалар қизиқтирган мавзулар стартаплар, инвестициялар киритиш, қандай жалб қилиш ва ташкилотчилар томонидан Далее встреча прошла в формате диалога. Студентов СамГУ интересовали такие вопросы, как реализовать свои стартап-проекты, откуда найти инвесторов для запуска своего бизнеса, порядок получения образовательных и льготных кредитов для предпринимательства и другое. Мен савол берген идем. Мана бу, яни вилоятимизда чиқинди маҳсулотлар кўп ва корхоналарда ҳам чиқинди маҳсулотлар жуда кўп чиқади ва уларни Ya'ni aksariyati qayta ishlab chiqariladi, aksariyati qayta ishlab chiqarilmaydi. 2017-yildan beri biz Yangiqo'rg'on polimer korxonasini faoliyatini olib boryapmiz. Kichik korxona hisoblanadi, ya'ni xususiy korxona. Biz mana shu korxonamizni kengaytirish uchun bizga investor kerak. Qayerga murojaat qilishlikni bilmas edik va bugungi mana shu tadbirda men ya'ni o'sha holatni yechimini topdim va ular bilan bog'lanib фаулиятымызды кингетер чорларыны топтык. Мен уларге минадорчылык билдирамын. По итогам мероприятия решено проводить подобные встречи на регулярной основе в целях активного вовлечения молодежи в углубление демократических, политических и экономических реформ, осуществляемых в области.